Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои подписчики. Рад приветствовать у себя на новом канале. Канал будет посвящен питанию, все здоровому образу жизни, все питание. Меня зовут Головин Роман Викторович. Я 15 лет отработал в хирургии, занимался хирургией, пластической хирургией, занимался микрохирургией, челюстно-лицевой хирургией, за границей работал, и в России работал. А сейчас я начал заниматься нетрадиционной медициной, в том числе и питанием, здоровым образом жизни, духовным развитием. На этом канале я буду выкладывать видеоролики, посвященные питанию. Все-все питание, о диетах, как надо питаться, чтобы себя хорошо чувствовать, как влияет тот или иной продукт на наш организм, о витаминах, о ферментах, о минералах, о здоровом образе жизни. То есть все-все-все, что связано с нашим физическим телом. Будет возможность, буду выкладывать рецепты, естественно, да, буду делиться с вами рецептами, уникальными рецептами, обычными рецептами, здоровой кухни, буду рассказывать о разной кухне. Ну, то есть все-все-все будет посвящено питанию. На самом деле, почему я ушел из традиционной медицины, так как традиционная медицина не отражала моих знаний, то есть я вырос как бы из нее, стал набираться больше знаний, она меня ограничивала в моем развитии. Поэтому мне это стало интересно, я делал на себе очень много различных экспериментов с питанием. Сам я веган-сыроед, вот. Но я буду не только о сыроедении, веганстве, вегетарианстве рассказывать, но и о обычном питании очень много буду говорить. Можно сохранять свое здоровье и на обычном питании, и на других видах питания. Поэтому каждый человек, придя на мой канал, найдет для себя что-то интересное, что-то важное. Естественно, допускаются комментарии, буду прислушиваться к вашим комментариям, советам, какие лекции снимать, как снимать, что делать, чего мне не хватает. Вот, естественно, канал будет посвящен вам, естественно, будут индивидуальные консультации. Кто захочет проконсультироваться индивидуально, платно, пожалуйста, я всегда открыт, консультации будут в скайпе. Если моя персона вас заинтересует, канал будет интересен, пожалуйста, обращайтесь, я всегда открыт к общению, к диалогу. Ну, естественно, канал будет посвящен развитию человека, то есть с помощью питания мы будем развиваться. Будем работать над собой, над своим телом, над своим умом. Естественно, питание будет способствовать избавиться от различных заболеваний. Естественно, все это косвенно будет сказываться на вашем здоровье. Канал о питании, о здоровье. Вот. И о хорошем самочувствии, хорошем настроении, вот, и правильном образе жизни. Всех приветствую еще раз. Добро пожаловать. И всего вам самого доброго. И до свидания. Увидимся, конечно же, в моих лекциях.